Всем привет, с вами канал КТА, и сегодня мы на очередном выезде. Но сегодня мы не одни. С нами сегодня те, кто выбрал Багик К5. Мы собрали небольшой, ну скажем так, КТА-клуб и отправились вместе на июньские праздники в Карелию. И сегодня у нас большая толпа. 7 баги, 2 квадрика, 15 человек народу. Впереди 250 километров. В общем, будет весело и круто. Погнали с нами! Все собрались? Все. Это красота. В общем, куча баги, куча дядек. А у кого это? Рельсы. Чёртовы безумцы. Яна, дайте сторонника. Вот так по диагонали. Вывернуть, выверни туда. Куда? Так, вот. Вот. Еще. Давай. Давай. Стой. Давай.
А это антифриз, который, видимо, сейчас вытечет. Походу, да. Он ехать сможет потом? Сейчас посмотрим. Да. Так, надо подумать. Слушай, у нас есть армированный скотч. Вот перебито. Ну, конечно, если бы она подлиннее была, можно было обрезать. Поломка номер раз. Зачем? У нас скотч есть. У меня есть скотч. Да нет, этот. Как его? Армированный. Супермодное сиденье на Микелоне. Да, тесты продолжают, так они у нас все время эти тесты. Начинаем застревать. Thank you.
Да, и руль поворачивай туда, вправо. Давай. Пошла. Давай, газ, газ. Тяжелое утро. К7. Угадайте, какой рабочий фильтр? Вот этот? Не. Это новый. А. Это сувенир, всем подарок. В общем, К7 в очередной раз заболела. К7X, где она стоит? Вот она. Вроде ничего, едет все хорошо. А вот семерка обычная опять страдает. Ей баком сломала электроклапан подсоса вот этот. Уже один раз мы его ломали на ней. Да. Не, уже... Он просто открутился, а сейчас именно сломали. Да, и теперь она не особо едет. У нас впереди минимум 70 километров. Не очень понятно, как мы поедем их. Угу. Как-нибудь. Вот у нас городок. Да. Ночевали мы сегодня на речке. Сейчас будем собираться, поедем в горный парк Рускеала. Будем там гулять, как приличные люди. Хотя, конечно, мы все грязные, чумазые, как черти. Но ничего, всех распугаем. Но потом впереди 70 километров по пулям обратно на базу. Шестая поломка уже. Главный механик нашего турпохода. О, музяка у нас там кого-то играет. Норм. Классическая карельская погода. Мы два дня радовались, что было просто офигительно тепло, мы даже купались, и тут вдруг вот это все, вот этот дождь, вот эти раскисшие колеи, ну, в общем, все вкусняшки, какие только можно хапануть в Карелии. Ну ладно, хоть два дня покатали по сухому, уже хорошо, где-то даже там типа грязюку нашли, а сейчас вот хлебаем дождь по полной программе. Да, вот опять нас тут захандрило. Сначала труба отвалилась у нее, теперь едет рывками, что-то ей не нравится. О, слышите звучок? Это она без выхлопной. За рулем у нас 10-летний ребенок, который все время... уехали на машине на базу, потому что очень плохая погода. Сегодня мы едем 70 километров.
подходит к концу. Все практически разъехались, остались только мы и еще один участник. Три баги, один квадрик. Сейчас мы это все упакуем и поедем, пожалуй, домой. 4 дня позади, это было очень круто. Были, да, поломки, и поломок было на самом деле 7. Ломалась и К5, и немножко ломалась К7, обычная эска. Было и солнце, был и проливной дождь, были камни, была грязь, были просто настоящие джунгли. И в целом нам понравилось ездить клубом. Да, сложно организовать людей, да, сложно всех кормить, ремонтировать, организовывать, чтобы все ехали одинаково. Но это просто нереально круто. Мы обязательно поедем еще раз. Все уже настраиваются на очередную новую поездку. Компания скаталась, и я надеюсь, что к нам будут присоединяться еще новые люди. Не только владельцы баги К5 или в будущем К7, но и просто квадроциклисты, которым хочется кататься в компании. Ну, а мы поможем организовать выезд, найти место, куда ехать, где жить, как это будет выглядеть. А я надеюсь, что в следующий раз это будет Кавказ, мы все-таки доберемся туда, и там будет совсем другая локация, другие грунты, другие условия. Но я думаю, что будет точно так же круто, как и в этот раз. Спасибо, что смотрели нас. До встречи. Всем чмоки!